Оль, привет. Привет, кто присоединяется. Я сейчас с телефона мужа. У меня какое-то прям вообще непривычное изображение. Я сама себя не узнаю. О, Света, привет. У меня тут вообще столько всего. Я не знаю, в час вмещусь или нет, но я постараюсь. Я тут много чего приготовила. Сегодня вам показать. Это непривычный разбор. Привет, Лен. Это непривычный разбор посылки со Сьюшопа. Это посылка с Таобао, можно так сказать, с Китая. Тут очень много всего. А, еще плюс с Нидерландов пришел вихрь. Так что у меня сегодня глазки, маркеры. О, маркеры забыла взять. Ну, ладно. Если мне дадут возможность, я... Женя, привет. Я за маркерами схожу сегодня. А то ли пришли маркеры. Вообще очень классные. Сегодня девчонки в чате уже заценили их. Так, у меня там дети пытаются до меня добраться. Привет, Валя. Что, сейчас бежать? Но могу вам это оставить посмотреть мой хаос и сбегать за маркерами. Так что сейчас я вернусь. Привет. Нет, не помехи. У меня исчезла коробочка. Коробочка с маркерами исчезла. Реально нету. Я его в одно место положила. Так, все, нашлась. Нашлась. Так, посмотрим, что у нас тут написано. Приветы всем, приветы. Так, ай-яй-яй-яй.
Вот. Да я на первом... Так, отмена. Я на первом этаже живу. И стрекот у нас с окна. Так что эффект присутствия, как в деревне. Наташа, привет. Так, а заикается? Вот папочки, которые мне Оля первый раз сделала. Это моя прелесть. Звук как? Давайте вам еще сейчас покажу сразу свою прелесть. А это моя прелесть теперь на тросике. Вот такая. Звук, у всех со звуком проблемы. Такие вот маркеры, это для спиц уже идут. Девочки, отпишите, со звуком у всех или только у одного? Так, ну, пока пишите, может быть, звук нормально? А, нормально, да, Жень? А кто-нибудь еще отпишите? Так, сейчас я вам еще покажу. Тут пакетиком совсем плохо стало. Наборчики. Вот еще наборы. Вот тоже спицевые. На тросике. Это этот. Тоторо. Маленький рыжий кот. С глазами. Оля, правда, ты их никогда не видела. Так, сейчас я еще... Вот она тут еще, Тоторо. Вот, Оля, у тебя таких маркеров больше нету. Изображение... Да, на этом телефоне не очень изображение. Мне не нравится тут камера, но мой телефон не выдержит. А на новый телефон я пока еще не заработала. Сейчас я все продам и заработаю. Так, кто любит у нас Linux? Или как он там называется? Тросики, Жень, нужны, когда ты вяжешь из тонкой пряжи. Они не оставляют следов на пряже. Ну, не видно дырочек от маркеров. Для тех, кто любит Linux. Или просто пингвинов. Наборчик. И просто вот отдельно пасмочки. Я вот так вот всю кучку покажу. Пасмочки продаются по одной штучке. Кому интересно, потом в чате пишите. Там самый стеснительный человек вам о них расскажет. Так. Плюс еще все эти маркировочки будут отправляться вот с такой вот фирменной бирочкой. Привет, пропащая душа краснодарская. Так. А еще я тут немножко похозяйничала. Я надеюсь, Оля мне ничего не скажет. Вот. Ну, в общем, я покажу только одну вещь. Пасмочки, да, это тоже Олиных рук дело. Я покажу вот такую вот вещь. Это крючок ручной работы. Вот такой вот. Это тоже Оля делает. Вон там вот, которая пуговка бутон, вот к ней все вопросы. Она обеспечит нас маркерами. Так.
Коробочку я нашла. Да, Оль, я чуть-чуть похозяйничала, я не удержалась. Да, она так вкусно пахла, который чехольчик. Вот. Давайте я вам с самого маленького начну. Вернее, самого объемного, но самого актуального на данный момент. Это моталки для пряжек. Ручка ручной работы. Крючок, ну, обычно классика заготовки тут. Это я видела ручную работу полностью, это только дерево. Так, итак. Кто имеет дело с шалями, с пасмами и со всем остальным, знает, что нужно перематывать пасмы. Вот такая вот штука для дома. Вмещает где-то пасму, ну, максимум 300 грамм, 200 грамм с лихвой. По ценам не помню. Вот. Это маленькая моталочка для дома. Я такой пользуюсь уже года два. Кажется, 800 рублей она стоит. Вот. Помню точно, что в купе вместе с зонтиком выходит 1600. Маленькая моталка и зонтик. Вот. Я их взяла в наличие, моталку пару штучек, их уже нету. Сейчас буду еще дозаказывать. Завтра будет последний заказ на моталке. Кстати, Танюш, это была твоя. Я вижу, что ты присоединилась. Вот. Для тех, кому мало этой моталки, например, для меня, мне уже мало этой моталки, есть моталочка уже поконкретнее. Я еще не знаю ее характеристики, не знаю, сколько она берет пряжи, как она вообще себя ведет. Вот, вот такая вот штука. Конус уже здесь конкретней. Так. С моего. Ага, вот. Это уже вот такая вот идет штука. И к ней еще всякие разные загогулины. Я еще не знаю, как это все разбирается, делается. Я ее только взяла, еще не пробовала. Но она уже стоит дороже. Я пока помню только по комплектам. Получается большая моталка Изон 2200, а маленькая моталка Изон 1600. Такая вот большая. Ну, пасму, естественно, она берет больше. Если у кого-то уже есть моталки, я не знаю, как это можно сделать, но, в общем, вот эти части продаются дополнительно. Их тоже можно взять, если надо. Так. И здесь у меня уже, соответственно, крепление другое. Это я пока отложу, чтобы они нам не мешались. Пока это просто все у меня, я могу вам это показать. Так, теперь у нас зонты. Зонты для пасм. Есть зонт с ручкой и зонт без ручки. Это зонт без ручки. Оля, привет! Я взяла себе чисто посмотреть, что это за зверь, с чем его едят и с чем у него отличие. Так, вот он, зонт получается. Это без ручки. Вот. Крепление у него вот такое вот металлическое идет. Ну и отличие еще то, что один пришел в пакетике. А другой пришел в коробочке. Оля, люлей дают, беги. Так, вот зонт у нас с ручкой. Тут у них идет прищепочка, которая расставляет его. А, он в ручку зацепился.
Вот так вот. Ну, вот это максимальная его длина. Я его сделаю поменьше, чтобы показать. Вот здесь вот уже идет ручка. Я думаю, что это для того, чтобы наматывать клубок в пасму обратно. Вот такая вот прелесть. Крепление уже идет вот такое вот пластиковое у него. Зонты по 1000 рублей. Это на что я цены помню. Еще помню цену на журналы, а на остальную цену не спрашивайте. Я это потом расскажу. Так, моталки я убрала. Так, ну, спасибо, Оля. Так, с чего начнем? У нас на повестке дня приветы. На повестке дня глазки, вихрь и журналы. С чего начнем? Вихрь я еще не открывала. Глазки я вчера в ночи отфотографировала. Журналы я отфотографировала утром. Ой, в обед вчера. Давайте с вихрем. Я прям его предвкушаю. Я его еще не видела, мне его интереснее. О, тоже за вихрь. Давайте тогда переключу. Это у нас свет. Так, ну, пакетик, естественно, некрасивушный, но нам же не важна внешняя упаковка. Журналы. Все, уже вихрь. Так, нормально видимость у нас идет. Ага, так, теперь мы это дело аккуратненько вскроем. Надо я не сказать, что когда договор, пакетики дают бесплатно. Что-то мне так страшно прям ножиком здесь орудовать. Так, одно крыло. А, вот, не пострадает. Это мы уберем. Все, откладываю опасные элементы. Так, кто собирается, идемте за тазиком. 39 оттенков вихря. А я не знаю, это, кажется, не 39. Оу, какие люди! Здрасте, здрасте. Так, так, так. Вот она прелесть. Так, это подарочки или не подарочки. В общем, это брошюрки от фабрики с описаниями. У меня их чуть-чуть. В следующий раз будем заказывать, я буду брать уже больше. Я просто про них не знала, что они существуют. Так бы я бы взяла бы. Да, вот палитра вихря. Описание бактуса. Кстати, будет у нас скоро осенью из вихря небольшая авантюрка. Я позже раскрою все секреты. Вот. Вот такую подобную штучку. Вот такую вот подобную штучку можно будет самим связать. Так. Идем. Так, это, видимо, да, это мой счет. Так, линеечки. Тоже следующую закупку будем уже брать отдельно. В этот раз я о них тоже не знала. Вот, это уже инициатива другого организатора. Еще брошюрки, их тут всего у нас 6 штучек получается. Вот. Кому-нибудь они достанутся. Пасмочка Дундагин. Оль, это не напрямую уже с Германии, это уже от другого человека. Да, авантюра, без нее никак. Так, девочки, теперь все. Теперь вот сюда, вот, смотрим, какая прелесть. Сразу чуть-чуть расскажу про него. У нас идет метраж,
15-225 грамм на 1000 метров, то есть это получается в 100 граммах 455 метров. Пряжа по большей части крючковая, 60 хлопок, 40 акрил. Но этот акрил по сравнению с нашим акрилом вообще ни в какое сравнение не идет. Он даже выглядит намного благороднее. Эта дундашка была на заказ. Вот, так что давайте теперь посмотрим палитру, какая у нас идет. И думаю, сейчас я разберусь со всем остальным и будем заказывать вихрь еще раз. Так, вот. Тут цветов очень много разных. Я потом уже, когда будем делать закуп на вихрь, я палитру вам предоставлю. Еще я собираюсь эти все цвета отфотографировать, ну, сделать свою подборку, свои фотографии. Вот, еще цвет. Кстати, какой-то из них здесь будет в наличии из этих цветов, только какой, я не помню. Еще цвета. Так. О, конфетка какая. Прямо в тему к нам присоединилась карамелька хендмейд. И цвет тоже карамелька. Приветствую. Женя, привет. А вот по этому цвету все с ума сходят. Он всем нравится. Его все разбирают прям моментом. А это мое. Это мое. Я себе хотела на сарафанчик. Да тут нереально просто выбрать. Самый, кстати, самый частый цвет. Ну, собственно, про что я вам говорила. Вот этот самый разбираемый. И вот, который до этого был, тоже самый разбираемый. А это вариант верлет. Это 100-граммовые моточки однотонного вихря. То есть он идет в купе к этому, к обычному вихрю. Я себе брала, так, где моя моточка, этот. Вот так вот буду его вязать. Сначала начну этим, а потом продолжу уже в середину вот этим цветом. Вот такой у меня свой градиент получится. Такс. Так, давайте я сейчас вихрь тогда уберу. Вихрь у нас закончился. Я все эти цвета, которые здесь есть, я отфотографирую отдельно. Сделаю свою подборочку. Вот. Ну, вот этот прям вообще бомбический цвет. А я не помню, какие это брали тогда. Вот у нас вот этот желтый и вот этот, самые вообще, самые-самые ходовые. Ну, ты видишь по заказам. Сейчас будем собирать еще закупку, посмотрим, что сейчас пойдет. Вот, кстати, у меня в совместнике, я не знаю, из этой пряжи или нет, но из подобного цвета связали шарфик. Если интересно, я вам скину ссылочку на девочку, кто ее вязал. Посмотрите, так круто смотрится. Так. И обязательно следующую закупку соберем линеечки и брошюрки. Ко мне хочет. Так, ну что, журналы? Начнем с самого легкого, журнал. Ксюша, привет. Так, ну могу еще помимо журналов. Кто ведь? Так, нет, давайте все-таки журналов, а потом я вам покажу еще одну прелесть.
А, то, что не висит. А я Зимкина у телефона в эфире. Я хитрая. Журналы, журналы. Да-да-да, я вижу. Так, 1000 узоров. Ну что, я вам кратенько их буду вот так вот пролистывать, показывать, что здесь есть. Вот это 1000 узоров. Это один из тех, которые я себе приобрела когда-то давно. Вот. Я от него в восторге. Кто собирается заказать журнал, но не знает, какой взять, берите вот этот. Мама. Здесь, смотрите, здесь все объяснено. Как вязать какие петли и как их обозначение. Это на крючок. Это пошли спицы. Смотрите, какие узоры. Да, конечно, эти журналы есть в интернете. Но держать журнал в руках или смотреть изображение на мониторе компьютера или телефона, ну, совершенно разные вещи. Кать, эфир будет в записи. Ты пропустила вихри и маркеры. Журналы мы только начали. Смотрите, какие. Алена, привет. И, кстати, я сколько эти журналы пролистывала, узоры еще не повторялись. Это вот 1000 узоров идет у нас журнал. Тоже вот идет в схемах. Как провязывать все обозначения. Вот. Несмотря на то, что он на китайском. Моя находка. Мне очень понравился этот журнал. 300 узоров крючком. Здесь тоже вон все дается, как провязывать. И смотрите, какие подробные схемы идут. То есть и с рисунком, и так. Как оно выглядит и как оно вяжется. Вот этот журнал мне вообще очень понравился. Вот по крючку, для тех, кто вяжет платье. Прям идеал. Я думаю, там Оля Белиза сейчас слюнями исходится. Или говорит, что она меня сейчас очень сильно покусает. Да, узоры разные везде. Мне еще не попадались одинаковые. Так, журналы, которые я еще ни у кого не увидела, но они мне попались в наборах. Это журналы с моделями. Как бы здесь вот представлены модели. Здесь, смотрите, прям полностью даны рукава, все выкройки. И в крючке, и в спицах, и как что провязывать. Даже жаккардовые рисунки подобраны полностью под размер. Вот. Я вообще реально в шоке от этих вот журналов. Даже где тут идет выкройки, как что рассчитать, где что прибавлять, как что делать. И это при том, что все понятно на обозначениях. Даже не нужен язык. И регланы, кокетки. Даже вон по видам пряжи есть. А здесь в самом начале показаны, какие модели. Разобранные в конце. Даже есть, как вязать носки. Ну, я от этих журналов вообще в полном восторге. Вот такой вот журнал мне очень понравился. Вообще вот эти, не то что узоры, а вот именно с моделями. Мне очень понравились журналы. Тут тоже. Смотрите, даже укороченные ряды показаны. И как сшивать. Выкройки с моделями. Как ставить рукава полностью. Их вот когда вот листаешь вот так вот вживую, прям вообще полный восторг. И это при том, что можно посмотреть модель здесь и свой узор еще вписать сюда. Смотрите. Полностью в картинках, в фотографиях. Разные модельки. И крючок, и спицы.
Ближе. Ближе там не видно. Мы детям купили вот такую штуку. И теперь мне Димка пришел ей подразниться. Вот такой вот пистолет. На. Он еще раньше играл музыку, но мы ее убрали, эту музыку. Крючком. Так, девчонки, меня слышно, видно. А то все в тишине, все смотрят. Кому нужны пистолеты, пишите мне до завтра. Сделаем на них закупочку тоже. Они то ли 300, то ли 400 рублей стоят. Я более точнее все в личку, в группе, там, кому надо. Продолжим. Пистолеты реально офигенные. Там есть разные наборы, разные варианты. Так, интерлак. Вот такой вот. Все с тазиком сидят, да? Интерлак. Что это такое, с чем его едят? Точно, пистолеты в ход пошли. Так, ладно, по интерлаку. Здесь даны схемы. И как что соединять, какими петлями. Какие варианты бывают. Вот. Когда-нибудь мы тоже возьмем на вооружение интерлак совместник и свяжем его в совместном вязании. Смотрите, начало, как данные, как вязать. Оля, привет! Ты даже не опоздала почти. Даже с бисером. Это вот книжечка по интерлаку. По ценам, по книжкам, там получается 900 рублей, 1000 рублей вот тут одиночные журналы. И два журнала есть, которые стоят 1500-1800. Ну и, естественно, комплектами дешевле. Так, вот такой вот журнальчик. 100 плотных узоров я его назвала. Но начало записи потом посмотришь. Здесь вот такие вот узорчики. Тоже мне очень понравился. Вот схемы даны. И здесь еще вот такие вот построения модели есть. Даже с эскизами. И в крючке, и в спицах. Такой вот журнальчик. Вот, кстати, восторг неимоверный. Реглан. Я думала, ну, реглан, а реглан, что-то может быть интересного. Не поверите. Смотрите. Все прям в детальках. Чуть ли не как каждую клеточку вязать. Как вписать узор, как рассчитать. Смотрите, как все подробно. И кокетки всякие. И круглые. Даже цветное вязание. Смотрите, какие расчеты. Я вот от этой книги в восторге. Ну, классика. 260 узоров. Ой, реглан, кажется, 900 рублей или 1000, не знаю. Но реглан, он комплектуется с другими книгами. То есть он как бы удешевляющий продукт. Если его брать комплектом с другой книгой, получается дешевле. Вот так вот, 260 узоров. Я раньше их не брала. Ну, но сейчас это вообще прям... Кто вяжет лапопейсу, круглые кокетки. Вот здесь вот очень много схем именно для этого. Сейчас покажу. Вот, смотрите.
юбки, круглые кокетки, лапопейсы. Вот это все вяжется вот здесь, вот воротники. Здесь вот именно для этого схемы идут. Даже вот такие вот плотно раны, узоры. И ажуры тут тоже есть. Ну, в основном эти книги лучше брать комплектом. Потому что комплект выходит всего 1300, кажется, у меня. Вот. Вот это вот и вот это. Вот так вот. Это вот моя родная, любимая, самая первая. Юлька мне ее подарила. С нее началась моя любовь к журналам. 250 узоров. С нее несколько узоров уже было связано. Лена, привет. Да, Вель, положи. Такие вот. Что-то моя спина мне приказывает долго жить. Вот, кстати, тоже моя любовь прям вообще. Вот, только сейчас ее для себя открыла. Она тоже как реглан идет. Удешевитель других книжек, можно так сказать. Она в комплектах получается. Вот здесь смотрите, как оформлено все. Вот такие вот плотные узоры. И прям схема, схема, схема вообще шикарно. И внизу объяснение, как что вязать. Вот эту прям очень рекомендую книжку тоже. Оль, я тебе говорила, что с деком можно за 1000 рублей отправить 2,5 килограмма. До 4 килограмма, я думаю, даже можно. Вы с Наилей скооперируетесь как раз. Так, а это для тех, кто любит извращение. Эту книжку нужно показывать сначала. Это вот такие вот цветочки. Вот такие вот. Это все вывязано крючком. Вот такая вот прелесть. Смотрите, это все вяжется крючком. Я могу показать потом, каким это крючком вяжется. Я знаю человека, который вяжет этим крючком. Я ее постоянно у себя показываю. Если брать только удешевители, дешевле дешевого не получится. Вот тут даже вон схемки, как это все вязать. Вот эти все цветочки. Все вот эта вот мимишность. И вот таких книг, вот этой серии, вообще очень много. Наверное, 5 штук я точно насчитала. Но у меня только одна. Ой, там еще чуть-чуть. Тут еще немножко, тут мой самый любимый жаккардик. Если моя спина меня не покинет, то мы дальше посмотрим. Вот эту книгу я вообще ждала очень-очень давно. И не зря. Смотрите. Полностью разобраны все вот эти вот, как вязать. Схемы. Уже все подобрано. Я не знаю, может, кто подписан на Татьяну Фирст. У нее такой аккаунт в розовых тонах, ярких-ярких. Вот я у нее тогда углядела эту книгу, и с нее началась моя любовь вот к такому жаккарду. И тут есть рекомендация, как его провязывать вначале, как вязать жаккард. Кстати, эконом-вариант для тех, кто тоже хочет книгу, но не знает, какую брать. 250 узоров крючком и спицами. Смотрим. Идут узоры спицами. Кайма крючком. Звездочки, мотивы крючком.
И узоры идут крючком. Я отсюда, кстати, вязала вели-платье. Отсюда узор брала. Это вот 250, но сиреневая. Эту книжку мне в марафоне вязунов подарили, когда я второе место заняла. Так, узоры Missoni. Есть как их вязать. Какие варианты. И крючок, и спицы. И даже модели там, вот типа пледа, шарфа. Идут. А книжка построения горловин. Кать, привет! Так, тут по горловинам у нас идут тоже узоры есть. И вот уже, смотрите, рукава. Как вывязываются, какие узоры в них вписать. Как делать. Горловины как оформлять. А там по телеку идет нашествие. Так, вот эта книга стала для меня открытием. Тоже журнал по вязанию. Но смотрите, смотрите. Тут полностью даны расчеты на любую модельку. Все составлено. Это, кстати, Катюх, тебе надо такое. В Гансте будешь давать мастер-классы. Такого точно ни у кого нету. И вот вначале идут модели, которые там представлены. Вот это мне вообще понравилось. Вот эта вот книжка, и сейчас еще одна будет книжка, тоже узоры крючком, вообще шикарная. Ой. Старость не радость, а спина не разгинается. Это 150 узоров для каймы. Я еще не поняла, правда, это все крючком или спицами тоже. Так, розочки какие-то. Вон разные внизу, видите, варианты каймы. Кажется, здесь и спицы, и крючок. И кажется, мы пойдем на второй час. Так, вот такой вот набор. 288 узоров спицами. Здесь вот так вот оформление уже идет. Бумажка немножко похуже, чем на других книгах, но, тем не менее, содержимое не менее интересное. Более мелкие схемы, чем там. Ну вот, их тут 288. Идет. А здесь вот они уже, эти же схемы, даны в цвете, чтобы на них посмотреть. Они все пронумерованы, там в конце их можно посмотреть, как вязать. И точно такая же книга, но 288 узоров крючком. Также две части. Здесь идет крючок схемы, расшифровка. А здесь уже показаны... Что вообще будет в итоге? Так, вот она моя прелесть. Что мне понравилось. Вот. Вот такой журнал. Смотрите, как кокетка показана. Полностью как все просчитано. На все модельки. Как реглан вывязывать.
как узор вписывать. Вот в круглую кокетку. И модели идут. Такой журнал вообще нужен. Специально. Чисто, чтобы посмотреть, как это вязать просто. Вот таких книг есть целая серия. По поводу комбинации журналов, всего остального, вы мне пишите в личку, желательно до завтрашнего дня. Я вам скажу, что можно будет скомбинировать, сколько это будет стоить. Вот такие журналы, смотрите, сколько вариантов. А так, да, они с моделями комбинируются. Кайма. Этот журнал вообще сборник разных вариантов. Здесь и жаккард, и кайма, и крючок, и бабушкин квадрат идет. И спицы. Ну, так вот. Все вместе. Вообще большинство, есть даже целые сборники, но они дорогие, в районе 5000 стоят. Там сборник 5 или 6 книг, чисто с моделями. Вот, бомба вязального мира. Последняя. Рекламировалась на последней встрече клубка извращенцев. С нее сейчас генерал вяжет модель. Везде она стоит 2,5, у меня 1800. Она вот такая вот толстенная. Вот что у нас здесь есть. Как строить модель, конструирование, построение рукавов, горловины, посадка. Вообще настольная книга для мастеров. И в крючке, и в спицах. Да, ей можно отбиваться в руке. Ой, у нас последняя книга. У меня спина уже не работает. Так, вот такая вот последняя книга. Я не знаю, сколько здесь узоров. Я так и не поняла. Я ее назвала почему-то 700 узоров. Не знаю почему. Вот. Ну, в общем, вот такие вот варианты. Здесь идут расшифровки, как вязать. И крючок, и спицы. Схемы очень подробные, огромные схемы. Даже варианты с построением моделей. Вот. Как кокетку делать, лапопейсу с узорами. То есть здесь и крючок, и спицы идут. Тоже, можно сказать, универсальная книга. И здесь еще, вон, смотрите, представлено, какие еще есть. И да, она тоже не маленькая. Книги все. Пока по наличию я не могу сказать. Потому что я вот только распределила их. А по заказам, что кому как, я буду сегодня ночью распределять. Я заказы сформирую. Ну, как сформирую? Распределю все по пакетикам. Разложу все по посылочкам. И потому что у меня останется, я уже буду определять, какое у меня наличие. Вот. Так. Я бы телефончик чуть-чуть пониже опустила. И подприсела. Так, у нас осталось 10 минут. Ну, может быть, мы выйдем на второй час. Давайте я вам покажу самое такое интересное. Ну, все в записи будет. Там все есть. Так, покажу я вам наборы. А нет, 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 не наборы, не наборы, не наборы. Вот это я вам покажу. Я попробовала взять оттуда крючки, тулип и кловер.
чисто проверить, ну, подделка, не подделка и все остальное. И мои ожидания превзошли все, что только... Реальность превзошла все, что только можно было ожидать. Смотрите, какие крючки. Это тоже тулип. Позолоченная головка, отдельная крышечка. И стоимость у них в разы ниже, чем у тулип Этима. Это вот тулип Этима. Какой-то вот даже большой, шестерочка. Ну, двоечка моя. Я потеряла крючок-двойку. Заказала себе крючок-двойку. Позавчера я его нашла. Так. Вот, смотрите, какой он. Это тулиповский. Идет. Ножницы. Да, они крутые ножницы. Я себе уже такие брала через Любу. А это я себе взяла еще одни. Это оба ножниц моих. И судя по качеству, они очень даже хорошие. И по стоимости тоже. В общем, я думаю насчет тулипа, что попозже надо сделать чисто закупку, чисто тулипа. Одного. Потому что по стоимости они выходят несколько раз дешевле, чем в той же России можно взять в других магазинах. Давайте вам какой-нибудь такой вот крючочек открою, тоже сама посмотрю на него. По цене я пока не скажу. Ну, в районе 400-500 рублей получается. Вот эти вот подешевле выходят. Так, ага, тут снизу его, наверное. Ага, вот так. Вот этот мы взяли с Олей чисто попробовать крючки. Потому что, ну, на свой страх и риск такие не брали. Они дешевле. Цене я вам пока не скажу. Они дешевле. В руке лежат тоньше. У них такая позолоченная головка идет. Тоненькие. И они идут у них от 0,5 до 1,75 размеры. Виль, не надо. И у них еще идет такая вот крышечка защитная. И там есть еще другие варианты тулипов. Тогда мы сейчас разберемся с этой закупкой. И я уже буду тогда составлю каталог, не знаю, чтобы было, ну, удобнее выбирать. Я думаю, что я уйду сейчас, ну не уйду, а сделаю еще группу ВКонтакте с каталогом актуальных закупок и буду туда выкладывать, что можем заказать. Будем делать на нее сборы, заказывать. Наверное, или по сбору или по готовности будем смотреть. Вот. И Кловер Амур. Этима Голд это другие. Что-то у меня, кстати, их нету. Не заказала, что ли. Или не стала брать. Так. Так, крючки пока убираем. Сколько у меня осталось? 5 минут. Приветствую. Так, у нас осталось 5 минут этого эфира. Вот. У меня остались еще показать вам глазки. У меня так то ли эфир как-то, то ли телефон у меня делал таким вот хомяком. Я себе лучшего мнения. Вот. Так, о чем я говорила? В общем, мне осталось еще показать вам глазки и наборы, которые маркеров. Да, есть, но сейчас я его как бы у меня в наличии есть свой личный, но я сейчас не буду их показывать, эти крючки. Вот. Напиши мне в личку. Я тебе покажу. А еще лучше в WhatsApp сразу писать.
Я сразу с компа покажу. Так-то у меня Ади с эргономической ручкой есть. У меня даже есть обзор на него. Ниже. И он очень удобный, который Макси. Так, остались у меня показать глазки и наборы. Осталось 5 минут эфира. Я предлагаю, что этот я сейчас завершу. И тут же открою новый эфир. И оба эфира будут сохранены. Привет-привет! Можете пока подготовить, какие вопросы интересные. Правда, не знаю, есть ли вопросы. Все, наверное, с тазиками обнимаются, со слюнями и с полотенчиками. Вот. По поводу закупок. Завтра последний день для того, чтобы заказать журнал и моталки. Вот. Так, какой-то тут мотылек залетел. Главное, чтобы это была не моль. Мне эти мотыльки напрягают. Вот. Завтра последний день, чтобы заказать журналы и моталки. Их в понедельник выкупают из... Вернее, в понедельник их уже отправляют ко мне. Сначала в Москву, потом я их заберу с Москвы. То есть примерно в 20-25 числах июля они уже будут у меня. Вместе с журналами, которые остались на складе сейчас. Поэтому такой срочный закуп. Не все журналы пришли. Вот. В общем, журналы и моталки заказываем завтра. А пистолеты-пузыри тоже заказываем завтра. Наверное, на этом ограничим завтрашнюю закупку. А потом я с этим вот всем разберусь. И будем делать уже отдельно собирать тулип. Отдельно собирать, если кому-то понадобятся глаза. Вот набор я сейчас покажу в следующем эфире. Это все будет под заказ. Что-то я взяла немножечко в наличие, и чтобы чисто показать ассортимент. Из этого можно будет штучно выбрать себе что-то, но в основном все это будет под заказ. Потому что я только-только начинаю этим делом заниматься. Мне самой это жутко интересно, и вообще не хочу расставаться с тем, что я себе нахапала. Я бы все эти журналы себе оставила, никому не отдавала. Так. Пистолеты. Ну, то есть не сейчас, а позже заказать пистолеты. А то сразу как раз к концу июля придут. У меня один еще остался. У Вели один и Ярику один я брала. По пистолетам. Так. Что вам еще доброго сказать? Эта бабочка напрягает. Я понимаю, что это бабочка, но мне кажется, что это моль. Так, давайте я тогда завершаю этот эфир и захожу сразу в следующий. Часть один, пока. Ну, тыкайся. Ага. Походу, дело мне нужен второй телефон.